Приветствую всех зрителей моего канала, с вами снова я, Коля Лего Мастер. Сегодня я вам покажу, как сделать маленького Лего Кайло Рена из деталей Лего Бионикл и Hero Factory. Неважно, давайте начнем. Сначала нам понадобится вот такая ступня. Также вот такая деталь тройная с тремя дырочками. И сюда вот одну и вторую вот такую деталь. Вот. Затем берем вот такую деталь, такую серенькую, вот, крепим, берем вот такую деталь, длинную, большую, так, вот, и ту же самую конструкцию делаем со второй ногой. Вот у нас уже две ноги. Потом берем вот такие детали. Встречались они в Кайло Рене. Да даже в Вейдере, может, я не помню. Вот. И у нас получаются вот такие уже ножки. То же самое делаем со второй ногой. Вот. Ножки мы уже сделали. Он будет не такой маленький, как в прошлый Кайло Рен, но тоже довольно маленький. Значит, дальше берем маленькое тулочко, которое мы брали в прошлом видео уроке. Потом берем вот такой щиток, маленький самый вроде бы, не знаю точно. Вот берем, вот, крепим, потом вот так, и у нас получается такое же тулочко, как у Кайло Рена вроде. Вот, потом откладываю это все назад. И самое интересное. Руки. Руки будут вот из таких деталей. И все. Наверное, вы могли бы думать, что они будут большими. Но нет. Вот первая рука. Вторая рука. Сейчас я покажу, как она делается. Вот. Вот. Значит, вот берем вот такую деталь. Значит, потом берем вот такую деталь, крепим ее, это, кстати, принт, крепим ее вот на такую деталь, потом берем кулачок, и у нас получается две ручки. Значит, одну руку мы откладываем, потом вторую берем, в нее вставляем световой меч Дарта Вейдера. Берем вот эту красную ненужную деталь. Так, все, готово. Рука готова. Наши детали почти готовы. Осталось только их соединить. Вы заметили, что тельце маленькое, ножки большие, ручки не большие, маленькие тоже. И я сейчас покажу, какой у нас Вейдер получился. Хотя он еще не полностью, мы его сделали. Ну вот он такой. Сзади, конечно, он голенький такой. Видно вот эти все крепежи, но не важно. Вот. Осталось только прикрепить плащ ему. Плащ будет большой. Ну, как всегда. Вот. И получился вот такой Дарт Вейдер. Я даже вот сейчас быстренько возьму цепочку и сюда ее прикреплю. Сейчас. Привет, я вернулся. Цепочку я взял. Я сейчас попробую просунуть ее через вот эти дырочки, смотрите. Вот, чтобы было красиво, как в новой части, не в новой части, а в новом Дарте Вейдере. Вроде он 18-го года, насколько я помню, да, 18-го. Так, как их... Я понял. Извините меня. Так.
Значит, цепочку мы просунули. Потом голову Вейдера, и готов у нас Дарт Вейдер. Как вы можете заметить, Дарт Вейдер получился очень отличается от Кайло Рена. Да, тут правда вот это. Но все равно цепочка все есть. Так, что-то он фокусироваться не хочет. Вот. Он получился красивый. Как я считаю, поставьте лайк, если вам понравилось. Если вам не понравилось, напишите, почему он вам не понравился. Или даже вот скажите мне, напишите мне в комментариях, какую бы фигурку вы хотели, чтобы я сделал. Там, допустим, каково я могу еще сделать? У меня больше голов-то нету никаких из Звездных войн. Ну, не важно. Вот. Ну, всем удачи и всем пока.